Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день, забираем кристаллы. Так, монеты, самоцветы. Бесплатный сундук. Так, защитная арматура, амортизаторы прыжков. Дальше. Подключение к чату что-то не работает, не знаю почему, ребята. Так, 128 тысяч еще здесь. Получаем управление в воздухе, ускорители. Блин, а почему? Так, бесплатный подарок. Вау. Так, стартовый ускоритель. Ускоритель приземления и зимние шины. Еще. Вау. На баги форсаж, ребята. Да что ж такое-то. Новые колеса, зимние шины, ускоритель дым, форсаж и опять же ускорители. Йоу. Так, новая краска, защитная арматура, амортизация. Слушай, зашибись. Еще. Фига себе, сколько же мне сундуков-то тут выпадает. Все, да? Подключение к чату. Почему-то не знаю, ребята, идет. Идет подключение к чату и не проходит. Так, ну что, как ты видишь, у нас новый сезон начался. Фабричный кубок. 3000 кубков я обязательно сегодня возьму. А может быть даже и побольше. Но сначала мы докачаем наш суперкар. Полностью на этот раз. Да, ребята. Новый вид, шляпа суперкар. Такая прикольная. Так, и дальше меня попросили прокачать. Может быть, все-таки начать прокачивать лихача? Ребят, вот что лучше, лихач или байк? Супербайк, естественно. Да, вот я и не знаю. Ну, давай начнем, наверное. Блин, ну если мы врежемся, мы же разобьемся, так ведь получается? Ладно, фиг с ним, давай хотя бы проверим. Че я тут качаюсь? Блин, зачем мне это? Мне надо мотор для начала прокачать. Прокачать для начала мне нужен мотор. Деньги, ребята, как вода, улетают просто в топку. Смотри, 16 тысяч. Так, уже двадцатка. Так, тут бесплатно. Ладно, фиг с ним, бесплатно. Там не такая уж офигенная сумма, чтобы бесплатно, да? Смотреть. 2000 монет всего лишь. На байке я еще, ребят, ни разу не ездил. Тем более на прокачанном, поэтому я не знаю, насколько он хорош. Ну, надо будет смотреть. И к тому же еще неизвестно, что у нас вообще есть. Какой обвес на него идет. Что у нас есть там ускорители и так далее и тому подобное. Но если мы врезаемся куда-нибудь, то это, я так понимаю, сразу смерть. Сразу же. Так, 10-10. Давай еще, наверное, здесь вот прокачаем. До... Так, разблокировать новый слот. Угу. То есть у нас получается два слота, да? Так, ну что, дальше движок. Давай по одному вот так вот везде. Поровну будем делать. Так, здесь у нас 12. До 13 тогда прокачиваем. Вот, вид. Есть у нас новый вид. Можем вот так вот синий взять. И смотрим. Ага, абсолютно все, да, ребят? Абсолютно все у нас тут прокачано. И, как ты видишь, вау. Монетный ускоритель. Ну, возьмем, например, его. Плюс, блин, форсаж, не знаю, стоит ли брать. Эх, че, попробуем прокатиться. Меняем вид. Во, вот такой хочу. Ох, друзья. Не к добру все это я тут затеваю. А чё он так у меня... Ё-моё. А чё он так едет-то? Ну как бы тебе объяснить-то? Даже не знаю, как это объяснить. Как будто бы... подклинивать, что ли. То есть я ожидал от него намного круче скорость. А он как-то очень быстро притормаживает. Может быть, это сделано для того, чтобы... не разбиться где-нибудь.
Кстати, от этого монетного ускорителя я вообще не вижу никакого толку. А знаешь почему? Потому что он у нас не прокачан. Да, и он тоже, ребята, очень высоко подлетает. И очень медленно падает. Пока не могу ничего сказать, хорош или плох. Вообще ничего не могу, ребят, сказать, потому что, ну, не чувствую я байка. Знаешь, что тут надо ехать на нем аккуратно. Вот это я точно могу тебе сказать, что ехать надо на нем еле-еле, чтобы, не дай бог, куда-нибудь не врезаться. Но, тем не менее, здесь у нас отлично получилось. Наш викинг начинает, ребята, открытие, так сказать, да? Сезона. Так, крылья плюс колесный ускоритель. Кубок Федерации. Ну, давай, 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 посмотрим, что у нас тут на Кубке Федерации получится на этом байке. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тогда уже вниз лучше падай. Чтобы не рисковать лишний раз. А вот здесь вот, ребята, вот здесь вот. Не, нормально проехал, нормально. Даже не упал. Так, и мы еще выполнили к тому же одно задание. Да, приземляется, конечно, он. Оу-оу-оу-оу, что это было сейчас? С какого перепуга-то? Он так резко-то. Зашибись. Просто, ребят, не уста... Нет, 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 нет. Да сфига ли ты так резко-то по... Пипец, короче, ребят. Я не знаю, что за бредотня. Его что-то начало мотылять не по-детски. Вообще я здесь даже не зашел никуда. Обратно укатился. Обратно укатился даже хуже, чем я был. Так, дай-ка я заберу награды. Еще надо привыкать к нему, видишь, в чем дело? Дай-ка я возьму нашу, как говорится, старушку, заюзанную до дыр, которая нас, ну, практически не подводит. Практически, ребят. Так, сзади ККМ-ка там шпарит. Ну, дано ли ей меня обогнать вот в этом... Большой, ребят, вопрос. Нет, конечно. Конечно же нет. Почему я перешел на эту машину, ребят? Ну, во-первых, сегодня попробую, может быть, взять, не знаю, сколько там, 3000 кубков, 6000 кубков. По максималке, короче, хотелось бы. Вот, 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 вот. Залетели. Так, а сзади там неугомонный, да, я смотрю, какой-то есть у нас. Там и ККМ-ка, они все. Все хотят меня обогнать, но не тут-то было. Они еще слабачки для меня. Нашли с кем соревноваться. С папой, ё-моё. Ну, этот на форсаже, конечно, да. Немножко подбешивает. Не знаю, смогу ли я его тут. Смогу, конечно. Куда же я денусь-то с этой подводной лодки? Блин, да я только возвращаюсь на свою старую позицию. Кубок городская вода. Мы должны, да ё-моё. Не было идеального ускорения. Ой. Понял, давно не было этой трассы, друзья. С этими занырами под воду. Есть. Ну что, здесь все окей. Первая позиция, все как и должно быть. Ну что, двигаемся дальше. Теперь у нас водный тоннель. Все тут шпарят, будь здоров, блин. Слушай, ну ведь можно было бы заехать туда и газануть. Но зачем ты так, рычаг, сделал? Ну вот зачем, а?
Так, баги. Опа! Несмотря на все это, что мы с тобой сделали, да? Застряли там, точнее, как мы заехали, потом я решил вниз спуститься. То есть время мы потратили, и тем не менее, первое место. Про баги я уже, ребята, высказывал свое мнение. То, что она, конечно, очень быстро начинает стартовать, но по итогу все равно, ребята, она нам уступает. И первое место. Так, ну что, возьмем? Возьмем сундучок, откроем. Так, магнит, стартовый ускоритель, амортизаторы прыжков. И хочу я посмотреть, выиграете 5 гонок на лихаче, получить 250 времени в воздухе. Слушай, может быть, нам попробовать на лихаче погонять? Слушай, смотри, тут мумия. Блин, ну почему мы не можем взять и купить премиум пак? Я уже столько, ребята, всяких скинов профукал. Залетим. Ё-моё, Джон Уик нас там обогнал. На чем? Он просто едет, ребят, на форсаже. Я не знаю, как у него получилось. Может быть, у него стартовый ускоритель был изначально, что он так влупил. Ты видел что-нибудь там, стартовый ускоритель какой-нибудь у него или еще что-нибудь в этом роде? Не, ну если мы вот так вот, конечно, будем, то... Ну давай опа, калию эту обгонять как-то надо, я не знаю. Еще и ККМ-ка там, перевернись ты нафиг. Я не понимаю. Ничего на нем нету, но он почему-то, ребята, занимает первые места. Джон Вик, опа, калия, а мы как эти, да? Решили покататься тут, блин. Все, сфейлился. А что это с чувачком случилось? Непонятно. Опа, калия, короче, откатался свое, судя по всему. Так, итого у меня 5 очков. Второе место. Непонятно, почему он там расслабился. Мистический кубок. Мистический кубок я пою. Блин, мистический, а не подводная. Рын, ну ты трындец, ребят. Что-то я попутал, что это там с водой. Даже надо было так тупануть-то, а? С водой. Ну ты понял, я ненавижу воду, попутал с мистическим кубком. Мистический кубок, конечно же, можно было проехать и на моей гоночной машине. Да упадай ты. Вот. Вот начинается. Есть. Затяжной слишком, ребят, прыжок, конечно, у этой тачки. Вниз давай, вниз. Да куда ты твою, блин, душу-то, а? Ну вот. Хотя подожди, может быть, есть. Прям успел, тютелька в тютельку. Да, ребят. Блин, тут еще 4 гонки, оказывается, обрадовался. Давай, потихонечку. Так, это вниз все у нас, да, идет. И сейчас наверх. Вспомнил, в общем, я эту трассу. Замечательно. Ну что, тут первое место мы с тобой зарабатываем. Пляжный кубок. А пляжный кубок лучше всего нам проходить на супер-раллийном авто.
О, лихачи. Звездочи. Кто-то там, я слышу, уже на попрыгульках, ребята. На амортизаторах скачет. Лихач да выпендрился, перевернулся там. Паршивец этакий. Так правильно так и надо. Нечего высовываться-то вперед, папочки. Летим, блин, летим, летим, летим. Сейчас тут кто-то бустоваться будет. Кто тут будет бустоваться, как не папа, а? Ну, естественно, ребят, все отлично. И вот уже финиш. И вот уже финиш. И нам еще нужно пляжный кубок побережья проехать в идеальном состоянии. А как интересно на лихаче выиграть 5 гонок? Может попробовать, ребят? Видишь, там... Оу-оу-оу-оу! Не пойму, это формула, что ли, на попрыгульках? И... Да, ну быть не может такого. Точно, я удивлен, ребят. Формула на попрыгушках. Что-то с чем-то. Приступайте к развлечениям. Ну-ка, дай я возьму ХКР. Ой, ХКР. Лихача. Сейчас попробуем, ребят, посмотрим. Я даже не помню, что у нас стоит-то на лихаче. Есть. Так, первое место пока есть. Блин, тут с этими прыжками. На лихаче, конечно, блин. Он супер прыгает, супер прыгучий. Чего? В плане уже горючее кончается. Ты серьезно, твою налево, блин? Фу ты. Я не пойму, что с машиной, ребят. Четвертая позиция. Сфига ли она... Какого фига так быстро горючее кончается? Я не могу, ребят, на ней ездить. Из этих перегревов вечных, что ли, у нее все кончается так быстро. Или по какой, блин, причине? Наверное, все-таки из-за перегрева. Второе место. Блин, а надо... Надо именно выиграть гонки. Так, кубок сумрачной долины. Слушай, ну, вроде бы вот на этой машинке, на суперкаре, у нас неплохо получилось. По крайней мере, в первый раз проехать. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет здесь. Так, баги тут. Угу, мы даже баги здесь умудрились обогнать. Окей. Давай далее. Ну, вроде бы пока нормально. Пока ништяк. Так, вот здесь вот, вот баги засыха, а. И я не уступил я ей. Не на йоту, понимаешь? Ну, здесь ясен перец. Здесь обязательно врезаться надо было. Вот, 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 вот для нас, ребят, огромная проблема. Это вот, вот эти вот возвышенности. На суперкаре, ну, просто, ребят, какая-то беда. Вниз еще куда ни шло, да, скакать. И опять же, не будь у нас монетного ускорителя, ничего бы у нас не получилось. Еще один сундук мы заработали. Так, управление в воздухе. К
крылья, стартовый ускоритель и ускоритель фляг. Восхитительные диверсии. Такс, доступ к удовольствию. Ай, совсем забыл. О, чувак там видел? Нет! Я лечу! Так, мне главное не врезаться, иначе хана будет. Все. А там, кстати, повезло. На меня доска, ребята, упала, но только лишь крышу уничтожила. А могло бы придавить, но не придавило. И это хорошо, что не придавило. Так, я вниз. Не надо, не надо. Тут аккуратненько. Вроде бы все получается пока. И залетаем на финиш. Как-то так. Ну что, последняя гонка у нас здесь остается. Ну вот, ребят, вот именно из-за этого я и теряю скорость. На этих плавных летунчиках. Блин, залетел на своем форсаже долбаном. Ладно, все равно я первый. Все равно, ребята, я первый. Так, что у нас там в команде? Я только в гонке гонял, круто, топ, занял 3. Так, я поздороваться забыл. Вот что надо сделать. Оп. Так, замечательно. Ну что, ребят, продолжаем гонки. Миля шахтера. Это у нас шахты. Длинная дорога вниз. Длинная дорога вниз. Замечательно. Так, здесь. Давай вниз. По низинке поедем. Слушай, а тут, по-моему, одна гонка. Или я ошибаюсь? Сейчас проверим. Чего? Чего? Пугало огородное меня догнало, прикинь. С монетным ускорителем, что ли, шпарит? Ну, конечно же, ребята, с чем еще может этот говнюк ехать? Дай второго лидера. Кстати, крутой скин, приветрый. Второго лидера, ребят, я уже дал одному. Все, хватит. Потом начинаете вы беспредельничать, давать другим и выгонять, как говорится, людей без спросу. Поэтому пока только один верещак имеет доступ ко второму лидеру. Король Ирана? Ты серьезно? Иран. Кури бамбук, король Ирана, блин. Ну, он с крыльями, я понимаю, конечно, он тоже тут, ребят, бустится. Но на данный момент у нас немножко другая проблема. Есть. И здесь тоже, ребят, первое место. Ну что, индусы тут еще. Индиан. Нет, почему я назвал его индусом, если это просто-напросто никнейм? Я не прав, ребят. Это же не страна же, ё-моё. Индиан. О, да. А почему, интересно, они пролетели все, а я нет? Как они это сделали?
Я подтверждаю, ребят, свое мастерство и первое место. А у них только второе и третье. Максимум, чего они достойны. Кубок колпака и ступицы. Я помню, помню, ребят, эти гонки. Поехали. Так, я здесь не один, да? Самый такой продуманный. Тут еще и байк. Еще байк делает, он просто перелетает. Да ладно. Моя машина. Как этот, блин, перед финишем, блин, обосрался, короче. Ладно, сейчас попробуем на суперскорости все это сделать. Пролететь там, я не знаю, как можно дольше. Дальше. Сейчас не удивлюсь, байк вылетит. Вот будет трындец. Нет, не вылетел. Все-таки первое место занял я. Так, пыльная долина. Нет, он все-таки нервирует меня, ребят. Ты сейчас, блин. Ну вот. Вот, ребят, вам и показуха. Показуха, как надо фейлиться. Да, четвертым. Ну, хотя бы второе место заняли. Спасибо хоть на этом. Попробуем. На лихаче, ребят, тут покататься. Ох, на лихаче. Ну, здесь понятно, здесь по прямой, здесь ничего такого особенного не было. Но все равно, ребят, я не могу эту машину понять пока. Вот идет у нее перегрев, я смотрю, вот на горючее. Что, тут надо нажимать кратковременным вот таким вот... Этим, что ли, ехать, или как? То есть, нажал, отпустил, нажал, отпустил? Так, что у нас тут? Так, привет, Рэй, ты в КС играл? В КС? В Counter-Strike? Или что ты имеешь в виду под КС? Так, да. Снимаю. В КС. В детстве играл. Если именно про... Это. Если именно про Counter-Strike. Сейчас, ребят, меня такие игры вообще не вставляют, если честно, КС-ки. Отвыки от таких вот стрелялок. Нет, у этого лихача, ребят, огромная проблема именно с горючим. Я не знаю, что прям делать. Прям кончается на глазах. То есть такое ощущение, что здесь нужно брать монетный ускоритель, чтобы его просто, ребята, не потерять. Тут и не потерять. Не упустить. Ну, я в плане не упустить горючее. Вот это все. Экскаватор, отвали нафиг от меня, а. Вот, вот, ребят, горючее пропустил. Сейчас запиликает. Если вот это вот не подберу. Подобрал. Подобрал, блин. Как у меня все это броня рассыпалась, если мы даже с тобой не хлопали. У нее же обычно броня слетает только когда
Он это, путыщ, вот этот взрывчик делается. По-моему. Сфига ли у нас все послетало, вся наша, наш обвес весь. Вот сейчас вот у меня защита слетела. Все, гонки мы с тобой прошли на лихаче. Да ты хорош, теперь еще и уклон. Дай горючку подобрать, отлично. А, у нас ускоритель стоит. Форсаж, точнее. Нет, не форсаж, а нитро это называется. Мы на ни... Опять у меня машина разваливается, а? Пипец, просто пипец, ребят. Да. Что там у нас? До второго лидера. Не КС, это команда. Не КС, это команда соревнования. Чего? В ХКР 2 нет КС. КС ГО. Ну, КС ГО, я понял. Понял. Я и про КС-ку тебе как раз и говорил. Counter-Strike, одним словом. Так, 2000 монет я забираю. Так, ну, нам осталось, ребят, кубок застойный. Застойный кубок, по-моему, у нас очень... Ой. Ну, это же не кубок застойный. Эй, ребят, вы... Вы меня шваркнули. Какой нафиг... Какая пустыня, блин. Я не вдуплил. Кубок застойный было написано. Взяли пустыню мне. Пиндрючили. Ладно, может быть, получится у нас. Тяжело, тяжело, конечно, ехать супердизелю по пустыне. Тут прям чувствуется. Еле-еле-еле. Ничего не могу понять. Комар, что ли, в спину там кусает? Твою налево. А вот здесь надо аккуратненько, ребят. Поедем понизу. Ну и, слушай, довольно неплохо. Довольно неплохо мы прокатились, да? Здесь была всего лишь одна гонка. Ага, теперь столичный кубок. Сколько у нас? 54 тысячи монет. А можно тут что-нибудь нам... Можно магнит прокачать. Ну, допустим. То есть мы магниты, когда прокачиваем, у него увеличивается сила притяжения и радиус, я так понимаю, да? Ну, вот тут начинается. А вот будь у меня, ребят, форсаж бы, мы бы... Мы бы могли бы тут нормально... Опа, опа! Фига себе, птенчик вылетел. Откуда ты, а? Родной мой. Пюрышки, блин, отрастил, да, называется? Нет, 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 вниз. Так, ККМ-ка. Да что ты... Да выплевывайся ты из воды, блин, засранец ты несчастный. Пипец, еще и горючее заканчивается. Ладно, хотя бы третьим. Твою налево, блин, врезался. Врезался, упал в воду, ребята. Из этой воды выкарабкался 3 часа, блин. Плюс горючее чуть не подсело. Вот и все, вот тебе весь итог. ККМ-ка сзади меня, видишь, да, придушивает. Потихонечку там есть. А это еще и разбился там. Хе-хе, супергонщик, блин, тоже мне. Так, гора смерти. Гора смерти.
Блин, зря я, наверное, взял ролейку сюда. Гора смерти, это же... Такие денечки, блин, 44, блин. Не знаю, моя машина здесь показала не самый лучший вариант. Результат, точнее. Возможно, здесь крылья бы нафиг не нужны были. Да как он? На форс... Ну и что, что он в форсаже? О, все, ребят. Тут надо отъезжать. Так, второй. Это получается у меня 3 очка. Блин, если мы сейчас не займем первое место или второе, фейл гонки будет. Эть! Все. Моя машина тут спеклась. А спеклась только лишь из-за того, что у нас дерьмовые колеса. Она не тянет, ребят, по... О, в горку-то вообще не заехать ей будет. Все, это фейл. Сфейлился. Вообще, для этой гонки нужно, ребята, ставить колеса. Именно сцепление. Ой, так, получится, друга. Именно, как это называется-то? Чтобы было сцепление. Ну, короче, эти шины. Только в этом случае можно будет нормально проходить. Что с тобой, супердизель? Ты хорош дурковать. Килл-климп тут еще выпендривается. Но видишь сам, да? Здесь-то мы его как стоячего. Болот — это наша стихия. Блин. Давай, выпендривайся, вылетай. Я не знаю, там что хочешь делай. Вниз, поехали вниз. И залетаем на финиш. Есть. Так, одинокий отдыхающий. Одинокий отдыхающий. Хорошее название. Давай, 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 родной. И такс, такс, такс. Шик и блеск. Что я могу сказать? Вообще, напрямую, ребята, разгоняется, когда просто чудесно. Просто чудесно. Вернулись на свою старую позицию. Болотистый кубок. Я возьму, ребята, опять же, наш супердизель. Тут кто? Баги, лихачи? Кого только тут нет, ребят. Вниз поехали. Тут, естественно, лучше не подрываться вверх, потому что, ну, ребят, сами понимаете. У меня хоть и крыша есть на супердизеле, но она чисто для вида. А так я как будто без нее еду. То есть любой удар вот здесь вот, все, сразу смерть моему водителю. Пещера для тусовки. Блин, ты хочешь сказать, что сейчас будут пещеры, что ли? Ой-ой-ой. Ну вот. Вот и докатались. Да понятно, тут уже можно не рвать душу, все равно уже последние. В эту застрял, в воду, в какую-то заехал, блин.
Вот, это все вот, ребята, из-за этого вот... Ой-ой-ой. Не надо. Пипец, блин. Просто в горку не хочет ехать, понимаешь? А по прямой вообще идеально. А в горку никак, никак не хочет. Второе место. Я ненавижу воду. А кто ее любит-то? Скажи-ка мне на милость. Так, 35 тысяч нужно для того, чтобы прокачать еще на один уровень наш магнит. 35 тысяч это... О, лихач, ребят. Все, приплыли, блин, да? Че он там? Разложился? Лихачок-то у нас, я смотрю. Да? Врезался там где-то. В общем, отдуплился. А так хорошо начинал. Причем у него, ребят, этот... Слушай, а у него нет нитра. Я не вижу нитра, но он, ребят, бустится. Ну еще и тебя тут не хватало, прилетел, блин. Да. Каким? А, ну я третьим приехал. Приехал здесь третьим. Все-таки это раллийное авто меня обогнало, да, получается? Вот это вот начинается, вот это вот. Фиг поймешь, блин. Не едет, не шиша, блин, понимаешь? Опять мы с тобой уступили место. Да, опять я приехал третьим. Пять. Второе место у меня, ребят. Второе место у меня. Забытое шоссе. Я забытое шоссе хочу, знаешь. А что я хочу на забытом шоссе? Даже не знаю. Забытое шоссе, поехали тогда нафиг. На этом. На ролике. Это что там, впереди формула что ли шпарит? Да ведь сюда шпарилась. Не потянула формула. Эту дикую формулу. А мы с тобой, как видишь, едем первыми. И причем здесь одна гонка, да? А раз здесь одна гонка, значит мы будем первыми. Потому что мы уже... Ох, как далеко оторвались от наших вражин. Эпические холмы. Блин, как я... Вот раньше, ребят, я не любил болотистые дороги. Сейчас я не люблю горы. Ну вот. И вот кто там? ХКР-ка выдавливает из себя последнюю, я не знаю, там, вдохи. Как вот ей немец меня прям обогнать, а? Опа. Есть. Ролейка синяя какая-то. На гнилухе подъехала сзади там, ты видел, да? Давай перелетаем это все. Ну что это за... Монетный ускоритель мне немножко, ребят, помог здесь вытянуться.
Давай, 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 рычик тут. Есть. Опять я синего обманул. Ну как обманул? Не обманул, я его перехитрил. В честном поединке. Что значит обманул? Отлично. Так, тут у нас получилось все хорошо. А я вот, наверное, вниз. И нафиг вот это вот нужно было делать, ребят. Сам себя тут, честно говоря, подколол. Просто подколол сам себя. Вот сейчас было вообще шикарно, ребят. Просто всех наколол. Опачки, что там у нас пишут. Так, ну, конечно, Пон Рэй, привет, Рэй. Привет. Так, ну что, ребят, остается последняя у нас гоночка. И 3000 кубков будет в кармане. Я что-то, честно говоря, думал, что сегодня мы заработаем побольше, чем 3000 кубков. Но, видимо, не судьба. Это кто там едет? Что-то не могу понять. Формула, что ли, или кто? Ёпрасотет, блин, ты сейчас... Вот это я сам себя подколол. Да еще и последний приехал. Слушай, раньше у нас все-таки были с этими с колесами, которые были прокачаны. Мы с тобой поднимались практически на любую возвышенность, верно? Верно. Сейчас вообще никуда не могу подняться, понимаешь? Вообще, вот чуть-чуть, небольшой пригорчик, все, ты начинаешь на него заезжать, а потом сразу же сдавать свои позиции. Вот я не знаю, может быть, все-таки обратно поставить мне колеса? Тогда мне придется что-то здесь убирать. А что мы можем убрать? Магнит? Или форсаж? Вот смотри, элементарный пример. Не, ну здесь ладно, здесь заехали. А вот тут вот. Да и тут заехали, в принципе. Ай. Блин, третий. Четыре. Третьим я, получается, да? Блин, я думал, что все, сейчас зарванем. Рванули, блин. Миля в пустыне. Это проходится у нас на раз-два. Миля в пустыне, блин. Слушай, Кулек 03. Я что-то не понял, у него... Я не видел у него никакого этого... Нитро. Откуда он такую скорость набирает? А, ребят? Парадокс. Черт подери, что мы вытворяем, а? Дичь какую-то делали, но, тем не менее, первое место. Ну, наконец-то. Тяжелая была дорога какая-то, если честно. Блин, извините, что мы перешли в 4-й дивизион. Да хочу злиться, ребята. Это игра, всего лишь игра. Да, понижаемся, понижаемся, ну, а что ж поделаешь. Не все же время занимать первые места. Так, на самом деле, мне бы хотелось, конечно, 6000 кубков взять, ребят. Но, наверное, все-таки уже в следующей серии. Сейчас пойду проедусь в застойном болоте. Чуть-чуть. Ну, давай ты не дуркуй, а. Едь.
как в последний раз. Блин, такая трасса дебильная, если честно. Тут, по крайней мере, хотя бы крокодилы пасть свою не открывают, как в первой части, да? В первой части он открывает хавальник, и ты в него заезжаешь. Все, тебе сразу же хана. Да, трасса вообще, конечно, что-то с чем-то, блин. Просто ужас. Ты посмотри на эту трассу. Ты что такое? Так, это у нас вниз, еще и в камни здесь, в валунью это. Дай хоть горючку подобрать. Я в шоке. И пролететь-то, блин, не получается. Большинство вот этого хлама. Практически везде мы останавливаемся. Так, давай, заезжай сюда. Заезжай, говорю, сюда. И с низкого старта. Все, полетели. Ой, крокодилы в отроде здесь. Нет! Да что? Покатался, называется. Называется, ребят, покатался. Ивент пока недоступен. Ну что, друзья, тогда на этом я сегодня закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.